Всем привет! Кажется, весна у нас кончилась. Метет сегодня целый день. Не знаю, видно. Должно быть видно. На завтра вообще стоит что-то апокалиптическое в плане снега. Наверное, вообще полностью заметет. Только мы там вон с Сашей расчистили место. И нас снова заметает. А я уже так надеялась, что будет у нас весна, и что все это растает. А нет, февраль-март, еще снег. Занимаюсь посадкой. Ну и занимаюсь я посадкой, как всегда, с включенным компьютером. Совмещаю два в одном. Смотрите, кого я смотрю. Кто не знает, это канал «Хочу в деревню». Итак, несмотря на то, что на улице у нас засыпает снегопад, я сегодня решила заняться своими растюшками, распикировать голубику, вот три моих кустика и один кустик черники. Сделала большую ошибку, сажала ее в свою землю плюс песок. Наша земля отвратительная для посева рассады, она очень быстро забивается, сохнет, превращается в камень. Может быть, поэтому так мало растюшек у меня и выросло. Торфа у меня, к сожалению, нету. На днях поедем в город, и хочется взять торфа, поэтому пикировать пока буду все это дело. Вот у меня есть торфяные таблетки, я их сейчас замочу и смешаю с покупным грунтом. Где-то полстаканчика сделаю, распикирую, а потом, если что, буду досыпать. Надеюсь, конечно, все это у меня получится. И помимо всего прочего, хочу посадить редис жара. Многие сеют, выращивают. Ну вот, захотелось попробовать. Сажать буду совсем в небольшую вот такую плошечку редиску. Так, пару штучек. Вырастет, не вырастет. В общем, пока у меня будет разбухать торф, я буду сеять редис. Вообще надо торф, конечно, приобретать. Я, кстати, поливаю чернику и голубику водой с лимонной кислотой. Ну, для закисление получается почвы. Хотя у нас почва довольно-таки кислая, гортензия растет без проблемы, но все-таки для рассады я ее немножко закисляю. Сделаю один рабочек, чтобы совсем чуть-чуть редисочки посеять. Пролью землю. Ну, в общем, все как обычно. Ничего такого особенного. Если начнет тянуться, есть у меня одна холодная комната большая под названием зал, где у нас обычно помидоры закалку проходят, перцы и прочее, прочее. Туда я выгоню и редиску. Ну, у меня тут пачка начатая, семян совсем мало, поэтому вот всю ее и посадим. Ну, собственно, и все. Будем ждать теперь всходов редиски. Чуть-чуть прольем. И хорош. Сейчас торф разбухнет и приступлю к пикировке. Землю я смешала, торф разбух.
такая субстанция получается. Не знаю, видно, нет. И сейчас буду пикировать. Вот моя одна единственная черничка. Надеюсь, конечно, мои растюхи переживут пикировку, а то будет очень обидно. Давай, то тебя давно не видели. Покажись, покажись, какой ты красивый. Красивый Васенька, да. Ну что ты, молодец. Вася хороший, хороший Васенька. Дай ушки посмотрю. Заживают погрызенные ушки? Ну, болячки уже проходят. Банда, сейчас пойдем смотреть. Сдала сдачи, правильно, этой злой противной утки. Пойдемте посмотрим. Утром сегодня... Кузя, не надо телефон из рук выбивать. Так, все, фу. Да, Кузьма, у тебя тут утки нанесли грязи. Ага, нету ничего. Но сидела у Кузьмы, все ему тут перебуровила, неслась. Поход дела, Кузьма съел яйцо утиное, потому что она сразу сюда утром зашла. Я ее выгнать не смогла, села нестись. Но Кузенька, правильно, что в его будке, то и его. А тут одно куриное. Ну еще рано. Вот какой большущий уже овес вырос на окошке. Это мы для зайчика выращиваем. Сегодня, наверное, будем подстригать и скармливать зайцу. Вообще у нас сегодня большие планы. Вот, например, наша первая виолка, которую будем пикировать сегодня. Уже такая неплохая. И гвоздика китайская. Очень понравилась. Это сажала мама. Она сажала с помощью фитильного полива. Классная вообще система получилась. Много и хорошо вышла гвоздика. Сегодня, скорее всего, будем пикировать. Здесь вот стаканчик. Точнее, это бутылочка срезанная. Да, вот фитилек. И туда вовнутрь наливается водичка. И вообще так классно взошла. Не знаю, благодаря ли этой системе или чему еще. Но, в общем, гвоздички много. На будущий сезон буду вообще так побольше пробовать сажать рассаду цветов. Сегодня у нас 15 февраля. Прошло 3 дня с момента посева редисочки.
Как можно видеть, она уже начала всходить. Где была Люда? Люда была в городе. Где именно в городе? В семенных магазинах была Люда. Специально встала в 5 часов утра пораньше, чтобы попасть во все семенные магазины. Но то, что я хотела, в принципе, не купили. Не все нашли. Что-то мне захотелось еще землянички купить. Но не было. Не знаю, почему. Ну, в общем, что мы купили? Купили вот гвоздику. Травянка, это многолетник. Я так поняла, это что-то типа почвопокровного растения будет. Очень интересно. Я говорю, мы в этом году решили сделать упор на цветах. Астральпийская смесь. В прошлом году сажала, сеяла. Это многолетник. Ни одна не вышла. Вот очень хочется теперь добиться того, чтобы она у меня выросла. Вот такая красота. Ежевика. Ну, я люблю что-то выращивать из семян. Ежевичку попробуем. Тут описан такой длительный процесс и стратификация, и скарификация. В общем, буду пробовать. И надеюсь, температура для прорастания у нее, конечно, 28-30 градусов. У нас такую тяжело будет найти, но я все-таки надеюсь, что вырастим что-то, да вырастим. Вообще, я ехала за травками, какими-то травками для своего маленького такого, ну, не аптекарского огородика, но именно вот есть у меня грядочка, где растут вкусные травки, и что-то ничего дельного не нашла. Практически там одна мята, котовник, в общем, все, что у меня есть. А мне что-то новенького хочется. Я даже не знаю, каких новых туда травок посадить на свою вкусную грядку. Будем, в общем, еще искать, потому что, в принципе, для травок еще рано. Может быть, что-то и найду. Колокольчик. Смесь окрасок. Сейчас как раз в феврале месяце самое время их сажать, колокольчики. Тыква. Жемчужина. Мускатная. Мне кто-то писал в комментариях, что моя тыква не мускатная, в которой у меня есть семена, что она совершенно другая. Но не знаю, вот сравню, потому что ту тыкву нам давали и сказали, что это мускатная. Поэтому посажу вот эту и сравню по вкусу и именно по семенам и посмотрим. Здравствуй, Ричард. Медвежонок, подсолнечник однолетний. Очень, кстати, красивое растение. Декоративный такой подсолнух. Вот лен еще к цветочкам добавится. Ну, на астру у нас, мне кажется, какая-то уже болезнь. Астры у нас много. Не будем много ее сеять. В этом году также много сеем фиалок. Это уже четвертый, наверное, пакет, который пойдет на посадку. Дыня колхозница. Я уже рассказывала, у меня в теплице специально с осени подготовленная грядка под бахчевые культуры, под дыни и вот для арбуза. Посмотрим. Также гвоздика турецкая, розовенькая. Темно, я не знаю, я надеюсь, видно будет. У нас довольно темно сейчас, пасмурная погода. Гвоздика турецкая смесь. И кабачки грибовский и зебра. В общем, целая куча опять семян. И, ко всему прочему, еще вот в фикс-прайсе такая паста. Раньше не видела. Сейчас привезли во многих вообще фикс-прайсах у нас
она есть. Это для подкормки и размножения орхидеи и фиалок. Но у нас сейчас орхидея готовится к цветению, поэтому мы эту пасту использовать не будем. Будем использовать немножко попозже. А вот в светофоре взяли здесь 4 кассеты. Вообще он там представлен как вкладыш для мини-парничка, но самих мини-парничков не было, да и не нужны мне эти мини-парники, мне больше интересовали сами эти вкладыши. В общем, что-то они там стоили, 2 вкладыша за 9 рублей, мы взяли 4, пока 4, ну а там дальше посмотрим. Наконец-то к нам в Орел, магазин Светофор, привезли землю, семян нету. Видела во многих магазинах по регионам, семена видела. У нас только земля и вот садовые принадлежности. Конечно, хотелось семян, но думаю, привезут уже будет поздно.